Так, это тумба цилиндрической формы. А чей бюст пока не нашла. Портрет князя Голицына. Портрет Мусина Пушкина. Нет. Вот это вот портрет князя Голицына. А портрет Мусина Пушкина. Портрет Бецкого отсвечивается. Екатерина II. А это портрет неизвестного молодого человека в гвардейском мундире и княжеской мантии. Собрание живописи XIX века демонстрирует различные жанры портретного искусства. Пример большого дворцового портрета – это портрет княгини Борятинской с дочерью Ольгой. Кисти французского художника Робера Лефевра. Мария Федоровна Борятинская изображена в парадном костюме, русском сарафане и кокошнике, унизанном жемчугом. После победы над Наполеоном при дворе вошла мода на все русское. Изображение выполнено на фоне величественного антуража и великолепно отражает творчество художника, бывшее типичным проявлением интернационального имперского стиля. Женский портрет. Неизвестный художник. Портрет князя Долгорукого. Стол-консоль. Прекрасная дама неизвестного художника. Портрет кавалерственной дамы ордена Святой Екатерины. Тутомленной. Ничего не неизвестная княгиня Тутомлена. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны. Портрет великого князя Константина Николаевича. И вот здесь вот отсылочка как раз на его дворец. А, нет, не его, Владимира. Так, портрет Вырубова. Гостиный стол мы прошли. Неизвестный художник. Портрет молодого человека. Портрет неизвестный. Вот это маленький, это портрет Алсуфьевой. И портрет Алсуфьева. Супруги Алсуфьева. Стол в стиле Жакоб. Это портрет молодого человека. Портрет князя Голицына. Знакомые лица. Итальянский пейзаж. Вид из Ариччи на Панцианские острова. Горный пейзаж с фигурами. Это Айвазовский. Часовня на берегу моря. Это Саврасов. Ранняя весна картина. Итальянский пейзаж, мост Амирали в Палермо. Вид Нижнего Новгорода. Это такой канделябр. Портрет неизвестный. Кисти Козина. Портрет княгини Голицыной. Портрет доктора Бера и портрет
Голицына, Николая Михайловича Голицына. Высоцкая-Готц. Портрет Анны Борисовны Высоцкой-Готц. Шишкин, сосны на берегу залива. Портрет князя Михаила Федоровича Голицына. Пленница. Каразин. Пленница. И княгиня Синягина. Портрет Синягиной. Портрет Синягиной. Дарья Порфирьевна Синягина. Ну, Петра Первого, конечно, все узнали. Это Екатерина Петровна Меньшикова. Портрет герцога Галштинского. Такой прекрасный стол. Слоновая кость. Портрет княжны Смарагды Марии Кантемир. Княжна Смарагда Кантемир, младшая дочь московского господаря, сподвижника первого, Петра Первого, Дмитрия Кантемира. Допустим, предположим. Ну, это, конечно, конный портрет Петра Первого, без сомнения. Иван Локтев. Портрет художника Ивана Фирсова. Портрет неизвестный в полосатом платье. Портрет князя Куракина. Александр Борисович Куракин. Русский дипломат из рода Куракиных. Собственно, вот здесь можно уже посмотреть видео про Куракинский дворец. Дворец князя Куракина. Так. Портрет молодого человека в зеленом кафтане. Это портрет гвардейского офицера. Какая красота. Княгиня Зотова. Граф Чернышов. Князь Голицын. Соответственно, Павел Первый, конечно же. Княгиня Мария Федоровна. Предметы из столового сервиза. Российский императорский фарфоровый завод. Это русское стекло в коллекции музея. Коллекция фарфора и стекла музея Новый Иерусалим. Начали формироваться в 1920-30-х годах. Такое вот. Любопытно.
Князь Николай Борисович Юсупов. Портрет братьев Колосовых, 1819 год. Портрет Анжелики Каталани. Портрет княгини Юсуповой. Татьяна Васильевна Юсупова, племянница графа Потемкина. После его смерти получила большое наследство, была фрейлиной императрицы. Портрет Кочубей. Мария Васильевна Кочубей. Так, в их усадьбу мы еще не ездили. Усадьбу Кочубея. Портрет Анны Коруновой, Баруновой. Портрет Анны Баруновой. Мадам Инфанте. Амур соблазняет невинность. Аполлон и Дафна. Испуганная купальщица, 1736 год. Кажется, около слоев реставрации на картине. Что уже краски не так передаются. Пневматический опыт называется картина, любопытно. Электрический опыт. Привал кавалеристов и всадники и прачки. Крушение. Туманный вечер в гавани. Все это Клод и Жозеф Верне. Это пейзаж с парусниками. Очень такой интересный.
Это картина купания рыбаков. Тоже художник Жан-Клод Валер. Пьер Жан Валер. Прогулка в гроте. Пейзаж с рыбаками. Отдых на пути в Египет. Что у ребенка на голове? За ним золотой. А это похищение сабинянок. Картина. Клятва Горациев. Арман Шарль Граф. Турок и казак. Жертвоприношение Ифигении. Вторая половина 1650-х годов. Жан Тассель.